Обстановка Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки резко обострилась. Подразделения украинских карателей 14 раз нарушили режим прекращения огня. Со стороны населенного пункта Авдеевка и Опытная с позиции 93-й отдельной механизированной бригады под командованием полковника Владислава Клочкова минометный обстрел подвергся населенный пункт Спартак и аэропорт города Донецка. Обстрел велся из 120 и 82-мм минометов. Всего было выпущено 18 мин. С украинских позиций в районе населенного пункта Пески и стрелкового оружия с применением ГС подвелись обстрелы района Вольвоцентра и аэропорт города Донецк. Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать факты стягивания тяжелого вооружения и техники к линии соприкосновения сторон, несмотря на начавшийся отвод вооружения калибром менее 100 мм. Так, населенный пункт Дмитриевка, отмечено прибытие 7 танков. Населенный пункт Майорск, до линии соприкосновения 1,5 км, зафиксировано прибытие буксированных минометов 2Б9 «Василек» в количестве 3 единицы. Таким образом, украинское военное командование за последнее время целенаправленно увеличивает интенсивность обстрелов, используя минометы и стрелковое оружие, и продолжает стягивать тяжелое вооружение к линии соприкосновения. Хотелось бы отметить, что украинские силовики не только продолжают наращивать обстрелы позиций вооруженных сил Донецкой Народной Республики, вопреки всем подписанным соглашениям, но и проводят диверсионные акции на территории республики. Особо цинично выглядит сожжение диверсионно-разведывательной группой церкви в населенном пункте Красный Партизан из Синоватского района. Этот факт свидетельствует о том, что каратели уже мало просто убивать мирных граждан, они замахнулись на самое святое, что есть у человека, его веру.